Друзья, иду по Львову. Хочу сказать, субботний день, народу очень много. Этот город Украины, он особенный. Людям нравится этот город, нравится его посещать. И вам рекомендую. Куда-то попали, не знаю куда. Наводили на голову каски. Здесь какой-то дядька стоит. Какая-то ужасная музыка играет. Короче, ждем. Вот такое. Я нахожусь в здании городского совета, ратуша города Львов. Зданию более 100 лет. Но, знаете, оно до сих пор функционирует, а ступеньки из дерева. Здесь мы немножко заблудились и ищем вход на башню для того, чтобы увидеть город. Мы все так же блуждаем по зданию. Мой друг Михаил только что появился. Так, друзья, мы однозначно заблудились. Мы ищем вход на башню, на самую высокую точку этого здания. Но никак не можем найти туда вход. Мы уже немножко подустали, несмотря на нашу физическую подготовку. Мой друг Михаил занимается спортом активно. И даже он уже немножко устал. Я слышу звуки какие-то. Ну что ж. Вот мы нашли еще одни ступеньки. И возможно... Слушайте, тут закрыто. Вежа. Да. В общем... Было все очень сложно найти, но мы нашли. Поднимаемся. Сзади догоняет Михаил нас. Он тяжело дышит. Ну, я немного покраснел. Так. А ступеньки становятся более крутыми. И это уже серьезная нагрузка на ноги. Миша, ты как? Я? Да. Краще, как бы приездую. Хорошо. Владислав Михайлович. Что? Дорогие высоты могут жить. Ну, парни двое, Марк и Владислав, они как стрекозелька два взлетают вверх. Нам же приходится немножко напрягаться. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Останавливаться нельзя. Мы идем. Нет, еще одна неожиданность. Закинчить. Очень низкие. Так вот. Расходиться с людьми можно, но сложно. Все еще идем. Да? Голова закружилась. Какая-то спиралевидная лестница. И вот наконец-то, вот да будет свет. Все, дружки. Так, ну мы это сделали. О. Друзья, не знаю.
знаешь, что тут фото, а тут бонус. Паблоки, паблоки. Здесь такая штучка интересная, такая вот ее соус. Угу. Да. Значит, нужно кушать и не бояться. Уже несколько съел, кушаем еще одного. Валерий рекомендует. Однозначно. После того, как мы попробовали улиток, нам пришлось зайти еще в одно предприятие общественного питания, потому что наше младшее поколение отказалось кушать французскую кухню. Зашли мы попробовать справжний украинский реберця. Ну, до реберец нам предложили вот такие вот приборчики. Там где-то мороженое есть. Вот здесь мороженое нам дали. Ну и бутербродик с красной икрой. Черной. А, даже с черной. Марик заказал с черной икрой. Все остальное мы ждем. Общепит. Пам'ятаєте, з радянських часів були такі от заклади, от ми в рейді і харчуємось в общепіті. Да, кстати, прибори у нас, вот у Миши, я смотрю, тарелка, а также... Китайский фарфор. Да, там вилы и еще какой-то ножик. У меня здесь серп, не, вот серп и молот. Вот молот, вот так и будем кушать. Дякую, Іване. Зараз до наших дітей, друзі, повернеться та мови. Вони розкажуть, хто свої враження. Хлопці, Мурат, дуже братіться, так? Да? Барсона.